Эксмо проиграли дебютантам, новичкам! Я только стал тебе доверять, а ты снова меня подводишь! Как это могло случиться? Объясни мне, как? Ты успокойся, им просто повезло! Повезло? Да! Серьезно? Так отмазываются неудачники, с которым ты и являешься. Ну ладно, сейчас нам нужно собраться и быть командой. Потому что на следующий нужно защищать наши титулы от этих везунчиков, как ты говоришь. И от каких-то уродов в масках. Ты же это понимаешь, что мы должны быть вместе и сплоченный коллектив.